Еще вчера специалисты спрогнозировали подтопление моста на реке Нерль в районе деревни Новая Гавриловопосадского района. Предположение подтвердилось. В среду было зафиксировано подтопление данного моста на 10 сантиметров. К середине дня воды прибавилось 40 сантиметров над уровнем сооружения. Участок огородили барьерами, транспорт проехать туда не может. Уровень воды станет меньше не раньше, чем через 3-4 недели, считают в Главном управлении МЧС по Ивановской области. В зоне подтопления 99 человек, в том числе трое детей. Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. Данный мост не несет каких-то прерываний поставления продуктов, движения транспорта, потому что через соседний населенный пункт существует объездная дорога, которая позволяет с разницей порядка 15 километров на достаточно комфортное асфальтовое покрытие имеется, проезжать и обеспечить все мероприятия. Прогнозируется также подтопление моста на реке Теза в селе Холуй. Правда, запас пока оптимистичный. От воды до сооружения еще порядка 1 метра. Специалисты МЧС и администрации муниципального образования отслеживают ситуацию в режиме реального времени с помощью специально установленной веб-камеры.